настоящими читателями библиотеки, нужно еще произнести клятву. Клятва у нас есть. И сейчас с королевой книги вы эту клятву произнесете, поклянетесь, какими вы будете читателями и что вы будете делать. Вы меня слышали? Мы сейчас послушаем, что будет говорить королева книги, за ней повторять. Это самая важная часть нашего праздника. Я новый читатель библиотеки закона, все помнишь, клянусь. Клянусь, говорит. Клянусь! Клянусь! Книги пачкать, и ради потехи трепать их не буду. Клянусь! Клянусь! Другом книги теперь назовусь, книгу любить клянусь. Клянусь! Поклялись любить, дорожить, да, книгой? Так, сегодня, ребята, вы стали читателями нашей библиотеки. Я вас поздравляю, кто-то уже записан, а кому-то после нашего праздника предстоит что? Записаться в библиотеку. Только осталось выбрать книжку и записать ее формуляр. Я хочу, чтобы книга для вас стала другом, помощников, наставников, не только в учебе, но и в жизни. И сейчас ребята, первоклассники, прочитают о книге стихи. Давайте мы сюда подойдем. Сейчас внимательно послушаем. Меня друзей немало, я живу на ней вокруг. Но из всех друзей хорош, книга самая лучшая друг. Книжа первой страницы, да, встречают в первых лет. И несут нас, словно птицы, облетают целый свет. Хорошая книга, мой спутник, мой друг. С тобой интересно бывает досуг. Мы время отлично проводим вдвоем. И наш разговор потихоньку ведем. Понравилось у вас. А можно я буду к вам прилетать иногда? Да, ребята? Да. Конечно. Пусть к вам прилетает Карл. Мы да. Всегда рады, да? Особенно литературным героям. Дорогие наши первоклассники, пусть этот день запомнится надолго. Приходит и уходит праздник. А этот праздник книги пусть длится долго. Российским небосходом книгу любят и хранят. Пусть же крепнет с каждым годом дружба книги, ребят. А мы, ребята, желаем вам здоровья, а света.